Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских. Это значит против нас. Он хотел людей свободных превратить в рабов голодных, навсегда лишив всего, а упорных и восставших, на колени не упавших, истребить до одного. Он хотел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли все, что дружно мы хранили, пуще глаза берегли, чтобы мы нужду терпели, наших песен петь не смели возле дома своего, чтобы было все для немцев, для фашистов и иноземцев, а для русских и для прочих, для крестьян и для рабочих ничего. Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брод». И от моря, и до моря поднялись большевики, и от моря, и до моря встали русские полки, стали с русскими едины. Белорусы, латыши, люди вольные Украины, и армяне, и грузины, молдаване, чуваши, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода, все, кому Россия дорога. Дни лежали и недели, шел в войне не первый год, показал себя на деле богатырский наш народ. Не расскажешь даже в сказке ни словами, ни пером, как с рогов летели каски под Москвой и под Орлом, как на запад наступая бились красные бойцы. Наша армия родная, наши братья и отцы, как сражались партизаны, ими родина горда, как залечивали раны боевые города. Слава павшим и живым, от души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой.